Всем здравия! Сегодня 11 октября. Я нахожусь в поселке Пшада. Здесь я для того, чтобы более внимательно посмотреть дольмены на предмет их исследования. Это как раз сама река Пшада. Я рядом с поселком. Поселок находится вот здесь. Вот уже дома. А дольмены находятся по обе стороны реки. Вот туда дальше по течению. С правой стороны есть дольмены. Потом есть дольмены здесь, за поселком. Несколько штук. Там дольмен «Сердце матери». Еще один или два. Затем вверх по реке, буквально, наверное, в 3 километрах где-то, есть дольмены по левую сторону, несколько штук. Небольшое скопление дольменов. Потом дальше есть даже ближе, наверное, ну, тоже где-то в пределах 2-3 километров, по правую сторону реки есть дольмены. Затем еще дальше по правую сторону есть дольмены. И есть еще одиночный, точно один дольмен. Я уже не помню, еще дальше. Дальше по реке. И был еще где-то вот на горе, на какой-то, может быть на вот этой. Там был отмечен дольмен, но я его так и не нашел. Вот такой план по Пшаде. Затем я так чисто хочу прогуляться и попробовать поразмыслить о том, какой смысл в таком расположении этих дольменов. Ну, понятно, что дольмены, они как-то работают с рекой, и поэтому они находятся у реки по разные стороны. Это понятно. Сейчас осень. Красота. Как вы заметили, в Пшаде воды стало намного меньше. Я тут был весной. В апреле вроде. И было воды намного больше. Интересные звуки, будто бы пчелы или какие-то насекомые летают. Такой небольшой гул стоит, но их не видно. В лесу, наверное, много грибов, потому что были дожди. Видно по лужам. Но лес на предмет грибов мне еще предстоит исследовать. Потому что после Пшада я поеду в Криницу, и там стану на своей стоянке в Грековой щели. Смотрите, какие листья у тютины. Будто бы и не осень вовсе. Здоровые листья. Если я не ошибаюсь, что это тютина. Ну, насколько я понимаю, это тютина. Причем тютина, сами ягоды таких огромных размеров. Пора бы уже мне приобретать внедорожник. Что по этим лужам сейчас на легковушке не очень-то. Проехать, в принципе, можно по краешку. Тут явно было больше дождей, чем в Новороссийске. Сейчас небо такое, солнце выходит. А вообще передавали сегодня, на сегодня, где-то 20 градусов, но сейчас 19 было. И солнце, ну, солнце только так выходит.
Да, думаю, по дороге я сейчас расскажу вам предысторию этого канала. Изначально у меня был канал, где все обо всем. Такой винегрет всего. И походы, и какие-то жизненные видосы. И про машину, там, про всякие технического плана. Вот. И я решил создать чисто канал для походов, для таких видосов в этом плане. Всякие загадочные места. И все в этом плане. Вот, я создал этот канал, выпустил буквально на штук, наверное, 6-7, не помню точно, видосов. И, как я говорил в своих видео, что я хотел пройтись от Джубги до Сочи, пешком по берегу. Давно у меня такой был план это сделать. И тут пришло время, появилась такая возможность. Я отправился в этот поход. И случилось то, что случилось. В общем, поход не удался. Я от Джубги дошел только до Ольгинки. Когда я пошел в сентябре за 20 число. Точно не помню, 20-е с каким-то там числом я пошел. И первый день был дождь. Вот, ну так вот, сначала не было, по-моему, потом. Или он так то был, то не был, но ничего такого прям сильно жесткого, по-моему, не было. Или, не, один раз прям жестко пошел, я прям намок. Вот, намок телефон. Ну, телефон вроде как бы якобы водонепроницаемый. Вот, и ничего ему не должно было грозить. На следующий день была хорошая погода. Я остановился там у моря на стояночке. И первое, что в это непродолжительное время похода я заметил, что батарея моя солнечная, такая handmade, она ни хрена толком не заряжает. Вот, и я стал уже на стоянку, когда был такой хороший денек, типа проверить, как оно все будет, как она будет заряжать. Вот, и в этот же день, просто еще по пути на эту стоянку, были такие огромные камни. Я, короче, так подскользнулся и упал. И в итоге я телефоном тоже ударился. Но телефон, я думал, что он вообще разбился. Но, видимо, он ударился этим держателем, который его держит на селфи-палке. Ну, на телефоне не было никаких следов. В общем, сначала ничего, никаких глюков не было. Вот. Но потом оказалось, что часть сенсорного экрана не работает, которая там за некоторые функции важные отвечает. Вот. Выяснилось за это время, что батарея ни хрена не заряжает, да еще и телефон глючит. И тут как раз карта памяти у меня заканчивается, когда я уже вышел с этой стоянки на следующий день. Хотел уже дальше двигаться. Дошел до Ольгинки. По-моему, так называется. И закончилась память. Оказывается, в общем, я хотел? Я хотел переключить или поменять карточку, или переключить на память карточки, если было на памяти телефона писалось. Хотя у меня всегда писалось, какие лучше. Хотя видео всегда писалось на карту памяти. Так, ну, в общем, я понял, что из-за этого сенсорного экрана, который не работает, он как раз отвечал за вот этот
за кнопочку, куда нажать, чтобы поменять. В итоге я подумал, что может быть это глюк какой-то в телефоне. Надо его перевести на заводские настройки. Вот. И что-то я не смекнул, что я думал, что все видео у меня записаны на карточку. Оказывается, они были записаны на телефон. Я его к заводским настройкам привел, и все удалилось нахрен. Вот. И мало того, что поход не удался, еще все удалилось. Еще и заряжать нечем. Пауэрбанки. У меня были два штуки, но они тоже не вечные. В итоге получилось так, что я на третий день своего похода поехал обратно к родителям в деревню. И в ходе этой перезагрузки, когда все удалилось все, все аккаунты, все удалилось, все данные о канале, которым был, они потерялись, только остался пароль. А пароль, с помощью одного пароля не получается его восстановить. Вот, и пришлось вот создать этот канал. Одно видео я уже выпустил. Теперь видосы будут здесь. Вот такая предыстория канала. Надеюсь, этот канал будет лучше развиваться, чем все остальные. Надеюсь, я найдутся такие люди, которым тоже интересно то, чем я занимаюсь. Там походами, исследованием всяких таких загадочных мест. Уж. Я его даже не заметил. Такой длинный, здоровый. Запах такой, будто бы что-то цветет.
Ну вот я и на месте. Один из дольменов. Вот он второй. Это место на самом деле легко найти. Я раньше, когда не знал, что здесь есть дольмены, я просто вот так прошел. Здесь река. Я просто вот так проходил это место. Если все время от пшада держаться левого берега пшад, ну, реки, точнее идти вот по лесу. Тут есть тропы, и идти по лесу, то вы выйдете, как это сказать, в общем, вы ни раз не будете переходить реку, и только в том месте, где будет брод, в этом месте нужно взять правее и подняться на такой бугорок. Здесь эти дольмены. Если вот держаться вот этого склона, здесь вот гора, горы идут, и этого склона ближе к нему идти. Я еще по карте покажу. Очень легко найти это место. Этот дольмен, наверное, ближе всего расположен к склону. Буквально вот здесь он стоял, и вот здесь уже склон. Значит, с самого начала нас встречают три дольмена. Один, второй и третий. Расположены они как-то хаотично. Ни на одной линии. Далее здесь уже больше дольменов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Шестой. Вот эти дольмены. Раз, два, три практически на одной линии стоят. И вот эти два. То есть сначала стоит три, потом два. И тут, наверное, вот он один, и там, наверное, еще один. А, ну вот он, что. Тоже практически на одной линии стоят. Вот раз, два, и там, наверное, еще один за ним. Как батареи. Первая, вторая, третья. Камень, наверное, такой был. Кругловатой формы какой-то. Ну, вот он, третий дольмен на этой линии. Вот здесь вот выемочка идет. Такая неровная поверхность, но пролегание просто офигенное. Получается, раз, там вот эти три на одной линии стоят. И вот он. Уже на другой линии стоят. Вот он один. Они почти на одной.
здесь поверхность будто бы, как говорят, типа была мягкой. Ну, видно, что обработка производилась так, что как бы не нарушала структуру камня. Вот она практически такая же, как здесь. Такая же она и здесь. Будто бы какой-то пескоструем, что ли, вот это все вынималось. Ну, точно не зубилом это делалось, правильно же? Если бы это дело зубилом, то были бы характерные следы. А здесь будто бы что-то как пескострую просто чем-то выдавило, выщеребило, или как это слово сказать. Интересная обработка. Здесь будто бы какая-то кромочка есть. Слой твердый, более твердый, чем камень. Или так кажется. Здесь можно наблюдать полоски, перпендикулярно идущие. Возможно, природного происхождения. Но здесь и здесь тоже можно их наблюдать. Да. Вот обычная плита, которую взяли с русла реки. Я не знаю, что там за люди, что у них в голове, которые говорят, что дольмены сделали путем, ну как типа из бетона, из раствора. Обычный природный камень, который валяется в русло реки. Его просто взяли, вынули, обработали чем-то, непонятно чем. Быстренько все сложили. И все. Готово дело. Было это для этих строителей, я думаю, очень легко и просто. Представьте, как можно обработать плиты, которые изначально были неровными. Но здесь мы видим, что плита идет по дуге. И обработать их так, чтобы стыковка была на таком уровне, что туда не просунешь даже лезвие. Как можно было просчитать это? Это нереально что-то. Недавно развалился. Вот что значит, когда нарушается технология, что происходит. Буквально это все очень быстро разваливается. Вот эта плита, она свисала, край плиты свисал, и он просто развалилась на части. Это произошло не так давно. Здесь обработка идет вообще интересно. То есть здесь она в глубину идет, потом выпуклая, и потом опять в глубину. Это верхняя плита, и здесь вообще нет никакой щели, абсолютно ноль.
Здесь камень подложен, не знаю, когда его подложили. Но на этой плите тоже нету на задней никаких щелей. Здесь, видимо, когда она была, интересно, здесь установлена. Самое интересное, все выглядит достаточно примитивно. Как бы достаточно примитивно. Вот, кстати, расположение, вот оно. Здесь пошел такой овражек, да, и они находятся на пятачке, вот, вот он пошел, это там идет уже вниз, овражек такой идет, то есть они так на бугорке находятся. То есть вся вода, все это дело с бугорка стекает и вот так вот обходит их. Бумажка. Тут вон еще стояночка, и там тоже какой-то мусор валяется. Ну, что, люди красавчики, что сказать. Ну, не скажу, что так дофига здесь мусора, но он здесь присутствует. Что, нельзя было забрать, что ли, это? Целлофан. Блин, когда все будут делать из бумаги, а? Хотя бы это все будет быстро разлагаться. Для меня остается до сих пор загадкой, почему... Ну, есть люди, типа, которые исследовали дольмены, интересовались ими. О, классная плита, смотрите. Я еще сразу не заметил, насколько она вот здесь вот ровная. Почему никто не сказал, что дольмены все они направлены на реку? На реки, на ручьи. Вот все, сколько они здесь есть, все. Все они смотрят на реку, все, вот, там река течет. Где-то я слышал, что они направлены в сторону ущелий. Но я не видел еще ни одного ущелья, где бы они были направлены на него, и там бы не протекал бы какой-нибудь ручей либо река. Все они направлены на воду. Причем, смотрите, здесь как бы возвышенность. Вот, и они каким-то образом взаимодействуют с чем-то, что издает река. Шум это или что, я не знаю. Кстати, я когда был вот на возрождении Джане, там подошел к точке торговой, и там мужик продавал всякие сувениры, всякую такую фигню, и там были эти палочки. Берешь в руку, и они типа указывают там, ну как вот раньше воду искали. И эта палочка, вот этот стержень, он указал на воду, на реку. Возможно, вода, она что-то такое издает. А что? Может быть, электромагнитное какое-то излучение, может быть.
Звуковое, не знаю, что вот эти палочки, они, ну палочки реагируют, я так понял, на электромагнитное какое-то излучение. Здесь тоже такая же кромка, как на фасках. Это только с виду кажется, что это все примитивное. Вот ориентир еще. Яблоневый сад. Знаете, что интересно, что за столько времени, за тысячи лет, да, их не занесло землей. Здесь прям вот эта плита видна. Вот в ней тоже есть паз. Вот смотрите, там где надо есть паз. Вот он, там где надо. Вот он идет. А то бах, там где не нужно было, его там уже и нет. Как можно было так все просчитать? С условием того, что плита очень неровная. Здесь плита раскрошилась. Да, загадки, сплошные загадки. Неожиданно я оказался в Кренице. Неожиданно. Море то ли оно заканчивает штормить, то ли начинает. Уже где-то 5 часов. Остается время только прийти, разложиться туда-сюда, костерчик запалить. На большее времени особо не хватит, может искупаться. Сейчас только один человек мне навстречу прошел с рюкзаком. Так людей нету. И на набережной, на берегу Креницы тоже не особо-то тишина, что сезон давно закончился. Смотрите, что происходит. Пожар был, много сосны погибло. Интересно, из-за чего он был. Это вот там, где вот это ущелье, где я раньше стоял. Вот где все начинается, вот это вот коричневое. Оттуда и пошло. Сейчас эти люди, которые там, виноградники чьи, в общем, там вот это все завод. Они лестницу поставили. Раньше она была только по ту сторону ущелья, а теперь они лестницу еще и сюда сделали. Вот он и мой камин, печка.
Смотри, что с ним сделали. Взяли, раздолбили все. Вот люди, это ушлепки, блин, не знаю, как назвать. Настоящие ушлепки, которые все только разрушают, блин. Ну, хорошо, что весь не развалили. Уже хорошо. Вот тут кто-то или стоит, или фиг знает. Непонятно. Стану тогда здесь где-нибудь. В баню. Баня там была. То ли ее смыло, то ли ее тоже раздолбили. Как гребаные маленькие дети, которым все надо раздолбить. То ли здесь ставить. Вот тут стояла палатка. То ли здесь. Так, вроде никого нету. Но я видел, люди зашли сюда, в эту Грекову. Но они, наверное, там стали. Где, короче, там в начале салон. Грибов пока не видел. Вон целая халабуда здоровая стоит. Палатка. Она там, по-моему, все время стоит. Какие-то мужики-то в прошлый раз там то ли бухали, то ли что, орали, короче, всю ночь.
сделаю себе стол. Забыл спальник. Теперь иду по темкам. Сейчас не настолько темно, как телефон показывает, но примерно так. Только вот повиднее небо. Ну, короче, более видно. Ну, тут даже видно что-то на телефоне. Звезда вон. Сейчас вот 2 километра туда, 2 обратно где-то за спальником. Вот так-то, блин. Да, кстати, море успокаивается. Вот волна меньше. Завтра, думаю, будет полный штиль. Можно будет классно покупаться. Только вот возвращаюсь, блин, целый час занял это мероприятие. Енотов не видать. Такая темень в лесу. Если на берегу что-то видно, то здесь не видно вообще нифига. Речка. Я сегодня так задолбался. Там я намотал. Не то, чтобы задолбался сильно. Но все равно как-то напряжно. Дольмены туда, наверное, 4. Туда, обратно 4. Сюда, километра 3. И еще 3. Еще где-то километров почти под 20. Жалко, телефон не снимает, так как я вижу. И наступил следующий день. Погода прекрасная. Небо чистое. Спалось, в принципе, неплохо, но приснились интересные сны, или что это, я не знаю. Тоже о чем я рассказывал раньше. Первое, что приснилось, это будто бы я, ну вот, сплю в палатке, все так же, как сейчас вот здесь. И кто-то тут же у меня, типа, соседи тут есть, и будто бы сосед. Или не сосед, я не знаю, что
выбегает к палатке и начинает прям топотеть, короче, вокруг нее прям сильно топотеть. Вот, и я, ну, естественно, как все люди, обосрался. Вот, ну, я вообще не понял, в чем дело, в принципе. Я думал, что я не сплю. Я думал, что это реально все происходит. И я хочу или крикнуть, или что-то вот. Ну, типа, чтоб кто этот, что он там бегает. Вот, и я не могу крикнуть, я вообще не могу ничего сделать. Ну, типа, вот этот паралич сонный. И тут я понимаю, что это типа сон или что-то такое. И этот самый, и короче просыпаюсь. Такой в ужасе. Ну, все знают, что такое этот сонный паралич, этот кошмар типа. Моя еда. Это мой лагерь. Палаточка, спальник сушится. Не зря я за спальником сходил. Было комфортно, тепло. Он, правда, весит тонну, наверное, как палатка. Килограмма 3,5, наверное, этот спальник весит. Но он такой комфортный, такой мягкий. Как будто второй коврик еще подстилаешь. Офигенно поспал вообще, блин. Вот смотрите, неужели не прекрасны ли это эти места? Вот склон сосновый. А здесь ручеек течет. Пошел вот так вот 10 метров, 6. Набрал водички чистейшей. А вон там, где палатка, я раньше стоял. Но это тут неплохо.
Так-то грибов нет. Вот какие-то грибы. Я не знаю, что это за грибы такие. Вот. С такой вот юбочкой. Может, съедобные, может, нет, я не знаю. На телефоне они более коричневые, а на самом деле они более светлые. Смотрите, что за штуковину придумали. Это типа душ. Пришел позагорать. Как вам такое? Ни души. Тишина. Море спокойное, чистое. Красота. Сейчас попробуем водичку, насколько она холодненькая.
Кстати, вот дельфины где-то вот здесь. Эх, не видно будет. Вон плескаются, то птицы летают. Не знаю, будет ли видно вообще. И там дельфины, короче, рыбу ловят. О, сейчас было видно вообще хорошо. Здесь они, бывает, вообще близко подплывают. Так что погода хорошая не только для людей, но и для дельфинов. Да, вот два штуки, наверное, там целая стая. Три. Видимо, в стаю загнали рыбу. О, там их не один. О, сейчас хорошо было видно, как выпрыгнул. Может, близко подплывут, тогда можно будет нормально сядь. Заход не очень удобный, приходится по колено уже в воду опускаться, потому что камни скользкие в воде. Вот, вот и прозрачность воды. Медуз много. Это офигенный вид, когда отсюда смотришь, с берега. Классно, да? Ух, водичка освежающая. Вот эти сосны, они просто меня постоянно впечатляют своим цветом. Ну, сейчас они не такого прям сильно салатового цвета, как бывает, когда дождь пройдет, и они прям такого салатового цвета. Но телефон делает их салатовым прям цвет. Не знаю, может, это просто на этом экране так видно. А тут такие вот водоросли. Надеюсь, видно. Ямка. Такая вот гладь. Кстати, такое дно местами типа рифов. Большие камни под водой.
И там можно найти горбыля. А вот она и медуза. Вот она еще одна. Вот она светится. Не знаю, видно на телефон или нет. Она прям переливается. Такие у нее жилки переливающиеся. Вот она. И, кстати, медузы могут ужалить за самые нежные места. И будет не очень приятно. Вот он, берег в сторону кренится. А это берег в сторону Просковеевки. Вон там красная щель. А вот за этим мысом там уже темная. Когда полный штиль, тут буквально водная гладь. В Крыму почему-то полного штиля ни раз не видел. Ну, по крайней мере, в тех местах, в которых я часто бывал, это немецкая балка, там я в основном загорал, там ни разу штиля не видел. Может быть, где-то, где скалы на Фиоленте, там, может быть, штиль бывает. Тут еще больше. Это вообще какая-то плоская медуза. Маленькая, потому что, наверное. Медуз дофига. Вот они. Небольшие. В Крыму вообще огромные медузы. Чуть ли не метр в диаметре. Ты что, пора вылазить? Вот так вот. Тут буквально такие плиты есть на дне, по которым вполне комфортно передвигаться. И вода отличается, здесь вода, ну хотя что, потому что зависит, наверное, от того, с чего сделан берег. Если на Фиоленте вода немножко похожа, то в немецкой балке она такая зеленоватая, такая бирюзовая, а здесь более такая, уже не знаю, какого цвета. Более темная, что ли, какая-то. А вот и камешки скользкие. Они только к берегу становятся. И скользкими приходится вот так плыть, плыть, плыть. По дну. Ну вот и все, мой поход подошел к концу. Такой получился небольшой винегретик. И дольмены, и типа там бушкрафт, и море. Надеюсь, вам понравилось. Дольмены — это, конечно, все хорошо, но тоже хочется показать, какие здесь красивые места. И в это время совершенно безлюдные. Но я думаю, даже и не только в это время. Летом, конечно, здесь полно народу, но все равно не так, как в других местах. Хотя даже не скажу, что полно народу. Я и летом здесь ходил вот по берегу, и не так было много, прям сильно народу.
Что ж, будем стараться разнообразить контент, так скажем, бывать в разных местах. Но периодически в этих местах-то я все равно бываю. И что-то, если будет интересно, то все равно буду про эти места снимать. Так что, надеюсь, кто-то ждет следующего видео, будет ждать. Может, кто узнает свой лифчик, кто потерял, кто оставил. Почти полный штиль. Эх, красота, тишина. Надо уезжать. Красотища. Где там дальше, вот где мыс, там вообще полный штиль, как на озере. Я такого нигде никогда не видел. Полный штиль, никакой волны даже там нет.